Доброе утро. Эпидемическая обстановка у нас остается такой же стабильной, напряженной. За последние сутки 41 новый случай, и количество в общем случаев заражения по республике с начала эпидемии 869. Вот из этих 41 случая за последние сутки 33 – это город Якутск, 2 – Алдан и 3 – Мирный. Также, конечно, нас тревожит то, что появляются моменты, связанные с появлением среди больных пожилых людей. В частности, вот после праздников появился из Намского улуса человек, 85-летняя женщина. Так. Есть случаи появления болезни в маленьких селах, в том же Намском районе. Вот. Есть случаи появления заболевших среди вахтовых рабочих в Аймекунском районе, в Алданском, в Мирнинском, в Нерюнгринском. Ну, это последние дни. Все, в принципе, случаи локализованы, выявлены. Вместе с тем это говорит о том, что работа с недропользователями, которые массово завозят вахту, конечно, должна усиливаться, и контроль должен быть усилен со стороны и правительства, и Роспотребнадзора, и самих работодателей по тем людям, которые приезжают в республику на те или иные работы, чтобы не было у нас случаев такого широкомасштабного заражения, которые наблюдались ранее. За сутки у нас, ну, за выходные у нас 43 человека выписалось, полностью выздоровевших из больницы. Я думаю, что таких у нас будет больше. Вот, достаточно большое количество, порядка 160 людей у нас лечится амбулаторно, то есть практически они бессимптомные. Вот, ну, а те, кто лечится в больницах, из них, к сожалению, вот у пятерых состояние стабильное, тяжелое, без подключения, правда, аппаратов ИВЛ, но они находятся в таком стабильно-тяжелом состоянии, и медики борются за их жизнь. В целом, еще раз хочу сказать, что ситуация более-менее начинает, особенно по городу Якутску, у нас входить в такое стабильное русло. Мы понимаем, что у нас вот эти очаги, которые ранее были, офтальмология, тот же СВФУ, они уже, ну, не дают новых случаев. Случаи идут по уже ранее другим выявленным контактам. Вот, и их, к счастью, мы надеемся, что в ближайшее время уже будет не так много. Вместе с тем, конечно же, ответственность руководителей предприятия, учреждения, персональная за соблюдение всех санитарных и эпидемических норм на их предприятиях, в их учреждениях, она, конечно, должна усиливаться. К сожалению, вот несоблюдение этих санитарных противоэпидемических норм не только учреждениями, предприятиями торговли, но и в целом другими предприятиями, оно и как раз сегодня служит средой для дальнейшего распространения инфекции. Что касается паводковой ситуации, она у нас в этом году стабильная. Сейчас ледоход плавления уже ниже Сангар, уровни стабильно падают, мы не видим сегодня особых каких-то проблем по продвижению ледохода дальше. Что касается Алдана, мы ожидаем завтра, послезавтра выход уже его тоже в устье, сейчас он идет, ледоход в районе Дыгдала. Ну, в целом, хотя уровни высокие, но, конечно, не такие критические, какие они могут быть именно в этом районе. Вот. Вилюй тоже со дня на день выйдет в устье. Сегодня самая такая напряженная традиционная обстановка у нас начинает складываться на Колыме. Сейчас ледоход идет в районе Зырянки. Уровни высокие, близкие к критическим. Традиционно затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта. Вот. Но вместе с тем говорить о том, что уровни там достигают уровня 2018 года и так далее, пока, слава богу, не приходится. Уровни пока все-таки еще далеки вот за критических. Оперативные группы МЧС и республиканских ведомств, они переброшены, находятся уже и в Зырянке, и в Среднеколымске. Необходимый объем взрывчатых веществ для проведения работ в тех районах, где традиционно на Колыме у нас затор бывает, в районе Среднеколымска, тоже на месте создан. Спасибо.